Как все же будет действовать дальше Россия? Вот, прикрылись очень небольшие возможности по сбору данных. Это только начало прикрытия возможностей, и как, ну, уже процесс пошел. Россия будет делать все то же самое. Смотрите, у России есть стратегическая цель. Эта стратегическая цель заключается в том, что они ведут стратегическое контрнаступление против Запада с задачей рассчитаться за поражение в холодной войне и снова стать державой в первой пятерке, то есть они хотят вернуться к Ялте и Потсдаму. Грубо говоря, это когда пятеро наиболее сильных государств, там семеро или восьмеро собирают, решают все свои вопросы, делят зоны влияния, никто никому не лезет. Понимаете, да? А Запад так не работает. Путин стопроцентный западник. Стопроцентный западник. Он увлечен Западом, его определяющую роль в его формировании сыграла Германия, в которой он там служил. Да, и Питер – самый западный город России, это Питерский университет, там логика вся европейская. Он просто, когда он пришел к власти, он пришел на волне Ельцинской, а Запад тогда очень любил Россию. Он принял ее в G8, G20, открыл все ворота, и Путин думал так, что они подоговариваются там, и все будет хорошо. А оказалось, что Запад жестоко конкурирует между собой. Вот есть британская разведка, например, знаете, какой самый большой и самый профессиональный отдел с наибольшим финансированием? Против кого работает, как вы думаете? Да, МИ-6, например. Против кого он работает? Оф. Это должна быть какая-то конкретная страна? Ну да, вот как вы думаете? Против США, конечно. А французская разведка работает против НАТО и против Британии. Самые талантливые люди. Не против ИГИЛ, не против России, не против страшных арабских режимов. Оно работает против своих же конкурентов. Запад – это жесточайшая конкуренция. Главные шпионские скандалы израильские, например. А конкуренция за что? За влияние? За вот все. За весь спектр ресурсов, которые считаются важными. От продвижения своих фирм и товаров, заканчивая информационной, экономической и так далее. Все работают не просто, они работают с упреждением. Каждая страна защищает свои национальные интересы, каждый блок военно-политически защищает свои интересы, так как он понимает, это непрерывная паучья банка. Мы живем вот в мире розовых пони, не понимаем, как мир устроен. А в мире все конкурируют со всеми. И Путин обнаружил, я так понимаю, для себя страшную вещь в начале 2000-х, что нету такого, что ты договорился, как в питерской подворотне. И никого не трогает никто, только можно тихонько яд в чай подливать и там травить своих конкурентов. А непосредственно идет очень большая и серьезная драка. То есть Франция дерется с Германией, Германия с Британией и так далее, все друг другу. Его это не устроило, потому что Россия не может бороться. У всей России бюджет меньше, чем у штата Нью-Йорк. Они всерьез экономически конкурировать не могут. Они не могут конкурировать за счет soft power, мягкой силы, там, влияния и так далее. У них нет Голливуда, у них нет там, правовой системы, да, у них нет политической системы, которая вызывала бы уважение в мире, желание прислушаться и консультироваться. Они тогда не поняли, что им остается. Вот представляем себе дом, да, вот обычная пятиэтажка. В каждом доме там есть такая сумасшедшая бабушка, которая скандалит во всем дворе, да, угрожает побить и разрисовать машины, орет по ночам. И все, люди вынуждены что? Так бы они с ней не общались, люди, живущие в этом доме. Но они вынуждены с ней общаться, потому что она орет, когда спят маленькие дети, она действительно угрожает машинам, она там ставит вопросы о том, доколе в подъезде будет отсутствовать свет и так далее, и так далее. И бодается, между прочим, ЖЭКом за весь дом. Они вынуждены вступать с ней общение, чем громче она орет. Вот Россия действует так, как эта бабушка. Она создает конфликты по всему миру, да, 90% непризнанных государств в мире создано Россией. Она создает, на разломах создают. Да, вот она видит Европу, вот Запад, как большую глыбу льда, в которой есть определенные трещины. Российским специалистам очень легко анализировать Запад, потому что Запад себя сам анализирует, прекрасно критикует и все это выкладывает в открытый доступ. Вот они берут, у них проблемы с миграцией или там с преступностью организованной, либо со сокращением миграции с преступностью. Они, россияне, нашли щелочку, вставляют туда долото и начинают бить, чтобы трещины шли больше и так далее, и так далее. Вот история с беженцами, да? Как это делается? Там история с Кёльном, когда на немецких женщин напали. Я могу вам рассказать механизм, как это было сделано. Если как? Хотите? Хочу. Нанимаются через подставных лиц, нанимаются криминальные группировки, которые основными членами которых являются мусульманские или мигрантские круги, опустившиеся. Да? Их нанимают, перевозят на флешмоб в Кёльн. Они начинают с задачи никого не всерьез не убить, не поранить, просто полапать массу женщин. Да, как бы, что же, массовое сексуальное насилие такое вот привет. Они бегают по центральным этим самым, желательно, чтобы камеры их снимали, прохожие их снимали. Идет такое легкое похлопывание дам или нелегкое по попам, ну, каких-то мужиков там отодвигают. А теперь значит, это полбеды. Это только вот так вот сделана задача. А потом начинается. 500 человек в интернете это все дело отслеживает. А почему выбрана методика сексуального скандала? Потому что по войнам в Югославии, где было массовое изнасилование, 100 тысяч, там,
сотнями тысяч женщин было изнасиловано за вот 12 лет и так далее, обнаружили, что наиболее сильное воздействие на морально-волевую составляющую целых народов оказывается, когда они не в состоянии защитить своих женщин от сексуального насилия. Это фрейдизм. Древние вот инстинкты включаются в коллективном бессознательном. И лучший способ просадить морально-волевую составляющую противника, вот спровоцировать неверие в собственные силы, недоверие правительству, опустить руки, что всегда является главной целью, сказать, мы не способны бороться, это сексуальное насилие. Вот оно предпринимается, а потом начинается осмотр, как немцы реагируют и вообще мир по социальным сетям. Реагируют, был какой-то тренд, кто-то сказал, что какой-то мужчина славянской наружности каких-то женщин защитил, пока немецкие мужики говорили, когда их жен там лапали, ты знаешь, дорогая, надо вызвать полицию, эта история тоже сочиняется, я не могу сам вмешиваться. Какой-то там кикбоксер из Хорватии защитил 5 женщин, которые работали швейцаром в этом, запустил их за собой, за спину, встал и защитил от мигрантов. Мораль. Какая мораль туда вталкивается? Что вы, немцы, слабая нация, европейцы. Единственная функция Европы – музей. Вы уже не способны бороться. И только молодое славянское племя, читая русские, могут защитить вас от страшной мигрантской угрозы, которую они же и создали, эти русские. Очень на секунду. Очень тонкий ход. Это работа профессиональная. Потом они отслеживают следующий тренд. Девочек 14 лет полапали. Да, и там основное идет очень длинное возмущение, например, эта ветка на каком-то форуме, или там на ряде форумов, или там в социальных сетях, под ней 18 тысяч комментариев. Облапали 50-летнюю бабушку, под ней 20 комментариев, а под этой 18 тысяч. Значит, этот тренд развиваем. Помните историю про девочку Лену, Лизу, которую изнасиловали? Сам Лавров делал заявление, что надо расследовать. Оказалось фейком. Германский МИД-протест заявлял, что никакой девочки мигрантской там никто не насиловал, и так далее. Что-то фейк был сочиненный и поддержанный министром иностранных дел России. Потому что? Публика отследили тренды и так далее. Вот ровненько так оно работает. Понимаете, ровненько так оно и работает. Но Германия, она защищена более-менее, а мы абсолютно беззащитны в этом были до сих пор. А теперь? А теперь началась система мероприятий, по которым мы это ценим. Она, безусловно, будет связана с ограничением наших прав гражданских, она, безусловно, будет связана с попыткой элиты протянуть сюда свои собственные бизнесы, политические интересы, ради этого не затевалось. Но существенная доля защиты нас безопасности тоже есть. Как можно наследить, под какой процент именно национальной безопасности в этом решении присутствует? Это вообще можно как-то Мы можем следить по эффектам. То есть, если у нас инсайдерской информации нет, доступа, а его явно нет, мы просто видим по эффектам, я думаю, что там поделилось 30 на 30. 30 бизнес, 30 политика, 30 политика, 30 бизнес, 30 сам. Но главная мысль, которая их подталкивала, я уверен на 101% лиц, принимающих это решение, вот у нас во власти, это переформирование всего медийно-электорального поля в Украине при подготовке следующих выборов. Их цена очень велика, 2019 года, а президентская кампания де-факто стартовала. Точнее, стартовала сразу вся в избирательной кампании, в местные советы, в Верховную Раду и в президентское одновременно, неизвестно когда. Говорят, что осенью будут досрочные парламентские выборы. Кто-то говорит, кто-то отрицает, и судя по количеству отрицаний, они точно когда-нибудь в ближайшее время будут. Я знаю точно, что во многих политических силах уже де-факто развернуты избирательные штабы, пошла во всю работу, в том числе президентские штабы, уже после соответствующего заявления. И это просто переформатирование, это подготовка кампании. Цена этих выборов очень велика. Поэтому к ним заранее готовятся. А более того, социология показывает, что мы уже в красном режиме. Что эта власть, которая сейчас правит, которая под патриотическими гаслами правит, она практически неизбираемая. Скорее всего, будет сплошная электоральная победа или очень сильная у Блока. И там Юлиных, скажем так. Да? А вот союза Юлии и Блока они точно не выдержат. И поэтому они быстро начали защищать. А возможен такой союз? Абсолютно возможен. В политике переговоры ведутся всех со всеми всегда. И более того, был же прецедент. В 2009 году они почти сговорились. И в кулуарах сейчас тоже такие разговоры появляются. Однозначно. Или переговоры. Это же очень логично. Вот если у вас социология открытая, закрытая показывает, что у вас есть 25%, у меня есть 17%, а у действующей власти 3%, то какой у нас соблазн с вами? Быстро заключить союз, договориться, тем более, что мы давно друг друга знаем. Да, получить тотальное преимущество и дальше диктовать в этой стране. И самому использовать инструменты во имя национальной безопасности в своих бизнес и в своих политических интересах. Как все совпало. Учитывая все-таки уменьшение влияния России на Украину, как-то будет меняться ситуация на Донбассе в связи с этим? Вспышкой привлечь к себе внимание. У России есть генеральная цель и есть инструменты.
инструмент. Для них Донбасс и Украина — это такая удивительная ситуация, когда и вообще все СНГовское пространство, например, Беларусь, когда это одновременно сакральная земля, на которой строится историческая самоидентификация, и, а с другой стороны, инструмент, через который идет работа с Западом, работа с ним самим. Что такое Донбасс для них? Это две кровавые раны в нашем боку, куда они запустили пальцы и управляют шевелением этих пальцев, да, управляют нашими реакциями. То есть сделали больно. Обстреляя, сделали массированный обстрел, погибло 5 солдат. О, поднимается там определенный вой, да, там и так далее, которым можно, если дальше он подхватывается, раскручивается от примитивных лозунгов «давайте третий Майдан», заканчивая, ну, надо что-то делать, по большому счету, с Минскими соглашениями. Очень четко видно, например, что 24 или 26 очередной Минск, перед этим идет накрутка, там, накачка и так далее. Обострение. Да, обострение. То есть это инструменты, они их инструментально используют, как клавиши. ЛНР, ДНР, нажали, отпустили, нажали. Они используются в целом, как комплекс мероприятий. Россияне очень гибкое планирование, у них есть стратегическая цель, она не меняется, а на тактическом уровне они под эту цель, в зависимости от условий и обстановки, могут делать все, что угодно, вплоть до полного вывода из Донбасса, если им понадобится это когда-нибудь сделать. Понимаете, да? Или обратно завода, попытки отобрать его и так далее. Но мы можем сидеть и смотреть вот зачем. Что Путин поставил дату выборов в России же идет президентская кампания, на 18 марта. Это день присоединения Крыма, референдума по Крыму. Очень символично. Он идет с имиджем собирателя земель, потому что только такой имидж может перебить антикоррупционный дискурс, который раскручивает Навальный. Потому что в России единственное... Неужели он может перебить? Может перебить. В России единственное... Телевизор побеждает холодильник. В России единственное, они все больны великодержавным шовинизмом. И даже такие люди, как Собчак, Ходорковский и так далее, которые для нас светочи. Все равно вы же видите, что российский либерализм заканчивается там, где начинается украинский вопрос. Это стабильная штука. И вот эти 90 городов, которые выходят, сейчас у них на 12 июня большая акция, посвященная независимости России, там куча городов заявилась, куча оргкомитетов, по-моему, 120 уже. Это огромная волна, которой Кремль боится. Единственное, что может перебить в глазах тех же людей, которые недовольны коррупцией, выходят против Димона и Вована и против кооператива «Озеро», это имидж собирателя земель. Поэтому совершенно серьезно, сценарно рассматривается. Вот месяц назад Приднестровье ввело российский флаг вторым государством. На полном серьезе они рассматривают присоединение новых земель. Практически гарантирована мягкая оккупация Беларуси. Это учение «Запад-2017». Зайдут войска и не выйдут туда, скорее всего. Мягкая оккупация будет в Беларуси. Лукашенко позволит? А куда ему бедному деваться? Ну, это... иногда достаточно так резко реагирует на... Он думает. Лукашенко сидит одновременно на 6 горячих сковородках. Фишка в том, что это все прописано на уровне программных документов НАТО и на уровне заявления министра обороны соответствующих стран, например, Балтии, Польши и так далее. Я думаю, что замысел российский такой. Сейчас берем Беларусь, создаем угрозу странам Балтии, Польши и Центральной Европе, что-нибудь делаем с Приднестровьем и, возможно, признаем... Там разный диапазон есть. От признания ЛНР, ДНР до приема их в состав России в качестве крайнего варианта. И как это? Или, например, введение войск российских под открытым флагом, и чтобы они стали на линию разграничения, как де-факто миротворцы. То есть они не будут по нам стрелять, они скажут, что мы пришли, все, защищаем ЛНР, ДНР, попробуйте стрелять по ним, будем бить в ответ. Сами наступать не будем. Такой вариант тоже есть. Вот они, я так понимаю, основной удар направлен на Запад, судя по замыслу, для того, чтобы размен произвести. Грубо говоря, они считают так, что поляки, прибалты, и натовцы, и немцы перепуганы российской военной мощью и возможностью локальной ядерной войны где-нибудь там в районе Калининграда, забудут про Украину и разменяют украинскую безопасность на собственную безопасность, что они сдадутся. Вот таков замысел. Плюс мы немножко в Сирии поможем США, они станут более сговорчивы, да, и так далее, и так далее. Вот примерно так оно идет. Это сценарно рассматривается, но они не будут принимать решения окончательных до того, как Меркель переизберется или не переизберется. Угу. Потому что им надо понимать, что Трамп и Франция уже понятно, а теперь что с Германией? А Германия является гарантом Минского процесса и основной силой, которая решает вопросы в рамках Евросоюза и того, что творится вокруг, в частности, в Украине. То есть вот примерно такой раз. Американцы и Запад соответственно действуют. Если мы помним, то на эту осень анонсированы официальные данные расследования по Качинскому по самолету, где поляки прямо обвиняют Россию. Данные по расследованию промежуточные, сбитие Боинга и еще много чего. И я так понимаю, что ноябрь будет очень горячим, когда стороны, это будет разгар избирательной кампании путинской, прямая агитация, когда столкнутся лбами на материале, типа, кто кому виноват. Россияне говорят, а вот вы, и мы сейчас будем. Они говорят, а вот вы, и мы будем. И стратегия Запада в отношении поддержки российской оппозиции пока не ясна. Будут они бороться за Навального там, или для альтернативных кандидатов до последнего и так далее, ограничивая Кремль. Но постепенно маховик этот раскручивается. И где-то осень будет горячим временем во всех отношениях, от октября до ноября.
А для того, чтобы, ну, в осенью у россиян падение боеспособности, потому что они увольняют солдат в запас, срочников, новых призывают. Это значит, что до сентября они должны решить все свои основные военные проблемы. Поэтому они, я не жду там особых подвигов от них на Донбассе, например, там, я не знаю, что попытки взять Мариуполь и так далее, они не возьмут физически, мы там сильнее. Они не возьмут, даже если пойдут штатно-российские войска, не возьмут. Ну, одинокие будут, наверное. А вот бесконечное обострение для того, чтобы, тактика тысячи порезов, чтобы у нас и лилась кровь, и эта кровь была подхвачена и раскручена, солдатские матери, возмущения, патриоты, доколе. Вы же смотрите, что люди, которые там, например, работали в Министерстве иностранных дел, должны понимать, они ломы, они пишут в, как это, в сетях, пишут, что ну вот Минск, он абсолютно как бы недееспособен, проклятый режим Порошенко позволяет убивать наших солдат и так далее. Это и есть тактика тысячи порезов, для которых, как это, которые используются ими. То есть ими. Все вот эти заявления о том, что Минск недееспособен, ему нужна альтернатива, это... Минск действительно недееспособен, ему нужна альтернатива, а кто ее предоставит, эту альтернативу? А кто должен предоставить? А вот вопрос. Кто? Мы же должны планировать и действовать в реальном поле. Реальное поле таково, что Обама отдал Франции и Германии, скорее Германии, на откуп украинскую проблему. Трамп не решил, что он будет делать с Украиной, потому что он не решил, что он будет делать с Сирией еще до конца. А ему Россия там но нужна. Но включение США в некий формат, пусть да. Минский, но с плюс еще одним игроком. Да, но выход естественный. Нам нужна альтернатива, которая решит одну важную задачу. Признает Россию стороной конфликта. Пока Россия является наблюдателем, ну представьте себе, у нас с вами квартира, нам выломали дверь, ворвались, заняли прихожую и бьют нам горшки, там ломают это и пишут на стенах и пытаются проникнуть в комнату. Мы их кое-как держим, потом приходят соседи и говорят, ну подождите, ну в конце концов, ну давайте переговариваться. И эти люди говорят, да, мы вот будем гарантами этих соглашений, те же, которые ворвались. Как бы, да, мы, вы же участники конфликта, нет, мы не участники конфликта. Не-не-не, мы вот там бережем большой договор о дружбе, территориальная неприкосновенность Украины, мы признаем ее, и так далее, и так далее. Они должны взять на себя. Ну, а такие суды в Гааге, как, например, там, да, наш МИД собирал доказательную базу о том, что Россия финансирует терроризм Донбассе, то есть это что, это плохой сбор вот доказательной базы именно? Это неправильная правовая позиция, вот изначально занята. Там же на что суд указал в Гааге? Он указал на то, что, товарищи, вы там... Не, они сказали, вы определитесь, там есть очень... Они много чего сказали, там, но сказали одну очень важную вещь. Сказали, а как так получается, что вы хотите, чтобы на внешней арене эти территории были признаны оккупированными, и ответственность легла на Россию, а на внутренней вы не считаете их оккупированными? Да. Чтобы вы там определитесь, и мы сразу начнем судить, как положено. Тем более, что Россия собрали лучших юристов в этом отношении, лучших. Там такие светила защищают российскую позицию. Вот я всегда, когда смотрю, и думаю, как это так получается? Мы сбили россияне российский, голландский Боинг, а Голландия голосует против Украины в ЕС. Сбили целый самолет, там, уничтожили самолет с поляками, со всем цветом политической верхушки, да, польской. Тем не менее, польские националисты воюют против Украины. И я начинаю понимать, что если заниматься юнгианством, масштабным таким, то Россия дана для того, чтобы актуализировать западную, самую тень западную, самые худшие стороны Запада. Она в Западе пробуждает самое худшее. Подлость, предательство, мелочность, непонимание и так далее, и так далее. На них ведь тоже работает российская пропаганда. Безусловно. И мы работаем в очень сложных условиях, когда влияние России на Запад тоже очень сильное за счет создания, ну, ленинским путем. Берем социальные проблемы, превращаем их в политические. И вот в этой ситуации нам ничего не остается, как тянуть этот Минский договор, потому что если мы прямо против начнем выступать, мы подорвем доверие Германии и Франции к себе, резко изменим отношение на худшее к ним. Понимаете, нам стоило огромных усилий для того, чтобы переговоры в рамках Минского формата не шли так, когда Франция, Германия и Россия одновременно на нас давят. А когда возник за столом более-менее такая равновесная система сил, и Франция и Германия, например, предъявляют требования и к России, и к Украине одновременно, а не только, как это, они только все дружно говорят, надо создать еще немножко территории. Это тяжелая борьба, да, тяжелая. Так вот, для нас любое переформатирование Минска, которое практически не работает, но является внешней оболочкой, вместо которой пока нечего предложить, является тот формат, который позволяет что? Либо втянуть сюда Запад и международное сообщество больше, например, полицейский миссион, чтобы они непосредственно почувствовали конфликт на своей шкуре, стали заинтересованы в его разрешении. Либо гибель представителя ОБСЕ, например. Да, вот россияне поэтому и влупили по ним, чтобы они не ездили и не смотрели, куда надо. Там же была проблема в чем с ОБСЕ, что было очень много русских офицеров, которые сдавали нам бывших, которые сдавали нас больше. Потом они немножко почистились в ОБСЕ, стали работать нормальные люди, американцы, канадцы и так далее, и так далее. И миссия резко повысила свою эффективность. Они за неделю до подрыва, был доклад Хуга, да, зам этой миссии, о том, что Россия нарушает Минские, вернее, та сторона нарушает Минские соглашения, видна российская техника, военнослужащие, там, да, концентрация, тяжелое вооружение отведено и так далее, и бац, внезапно подрывается машина. А перед этим обстреливали беспилотники, если вы помните. И миссия ОБСЕ сразу садится, и ничего больше никуда не ходит, не смотрит.
Вот. И на втягивание туда еще больше для нас выгодно. Либо, если бы Запад и международное сообщество прямо указали на Россию как виновницу конфликта и было переформатировано Минские соглашения в нечто, где Россия, им признана стороной конфликта, взяла на себя обязательства как страна конфликта и имеет соответствующие санкции за их невыполнение. Вот тогда бы процесс сдвинулся с мертвой точки. А пока идет изматывание. Мы выматываем их, они выматывают нас. Вопрос, кто кого измотает. Как кто бы, быстрее да? сдастся. Кто быстрее сдастся. Но учитывая, что на Россию еще санкции действуют, они действуют очень сильно. Как бы они делали, они очень сильно действуют. Как бы они ни делали хорошую мину при плохой игре, даже по заявлениям первых лиц Путина и Медведева, по оговоркам слышно, что действует на самом деле. Денег нет, но кроме того, санкции, да, это ж медленное варение лягушки. Санкции, они очень специфически действуют. Год – ничего. Всех охочут. Вы смешите наши Искандеры. Два – ничего. Три – ну, чего. Четыре – ну, слегка чего. И пятое – вдруг кумулятивно накапливается эффект. Вот опыт, знаете, как психологи говорят, опыт же всегда накапливается постепенно, изменения, а реализуется скачкообразно в один день. Копится, копится, он бац, и ломается ветка. Вот дерево стояло, а потом под снегом, могучее, там, 50-летнее, потом под снегом ломается в один прекрасный день. И бури даже не было, оно взяло, сломалось. И через 5 лет это обвальная проблема, а через 10 это катастрофа, национальная катастрофа. Это отставание навсегда по очень многим отраслям промышленности, по которым Россия и так далеко не на первом месте была. То есть вот как это, как в анекдоте. Японцы были с экскурсией в СССР, наши спросили их, там, русские, да, советские, насколько мы отстали от вас навсегда. Вот, санкции 10 лет, и они отстали навсегда. Навсегда, уже не догонишь. Смотрите, вот простой пример. Три страны в мире делают всего три государства тяжелые транспортные самолеты. Украина одна из них. Почему остальные не могут сконцентрировать усилия и не создать себе? Это же огромная потребность тяжелых транспортных самолетов по миру. Огромная. И дальше она только растет. Так вот, они не делают, потому что они прекрасно понимают, что создать школу конструкторскую – это 25 лет, да, 25 лет тяжеленных усилий. И если сейчас это начать, то через 25 лет может быть изобретено что-то, что отменяет необходимость транспортных самолетов, а значит, зря вкладывали огромные деньги, создавали базу и целую школу, которых потом некуда девать. Например, там изобретут. А есть специалистов из всех стран, где. А проще делают. Купить. Вот они занимают, что сделала Саудовская Аравия? И они начинают большое инфраструктурное строительство, они просто вошли в проект АНА, да, вот сейчас испытания идут, это саудовский, Украина-саудовский проект совместный. Вот так все и делают. Либо просто нанимают нашу Мрию, которая возит там, или там Русланы, которые возят антиэкспорт. По всему миру грузы. Вот так, даже американцы у нас арендуют самолеты, хотя у них со своим тяжелым транспортным строением все в порядке. Все понимают, что это не взвешено. Да, как это? Нет, у нас много чего. Я вам скажу, что Украина по ЦРУшной шкале суперпауэр, наличие кибернетики, тяжелое строение, космонавтики, там, производство оружия и так далее, там 10 показателей, до сих пор по 8 показателям находится в десятке передовых стран мира. Просто мы как это... Плохо работаем, можно лучше работать. Но мы до сих пор там, где надо еще. И проблема в чем? Что умные люди понимают, что бюджет не бесконечен. Даже американский бюджет не бесконечен. Да? Как бы, да? И надо всегда выделять приоритеты. Приоритеты. Вот они и не занимаются выделением там приоритетов, которые мне нужны, которые можно купить в той же Украине. А нам-то тем более надо очень четко работать с приоритетами, потому что у нас совсем мало денег. Как бы, да? И это очень непростая задача играть в эти политические шахматы. Но кое-как мы играем. Вот этот вот ход, который мы сегодня собрались обсуждать, это сильный ход на шахматной доске. А эта игра бесконечная. Там не бывает абсолютных поражений, не бывает абсолютных побед. Мы шах сделали, они нам шах. То есть вот такое движение. Важно, чтобы тот, кто шахает, были... А какой ответный шаг может быть на это? Со стороны Украины, России? Ну, вообще нет. Но они тоже же ведут обсчет. Например, попытка взять выборы, реванш на выборах. Это главное. Вот главное, что они сейчас будут делать, это реванш на выборы. Ну, так как вы уже сказали, то да. Это с целью как раз да. Угроза, работы на электоральное поле, угроза, то здесь да, уже да, будет сложнее. Да. Здесь будет драка, да, но будет сложнее, да, слава богу, сработали в кои-то веки на упреждение. Видите, мы потихоньку научимся показывать зубы и делать сильные ходы. Очень медленно научимся. И это очень хорошо. Очень хорошо. Потому что проблема велика, тяжела. Страшная по масштабам. Да. И то, что мы начали хоть какое-то движение на упреждение, а не поздно, с поздним зажиганием. Это уже очень хорошая вещь. Ну, посмотрим, да. Какие будут результаты. Да. Хотя, ну, конечно, не исключает всей этой политической грязи, которая, безусловно, есть у нас. И там желание... Ну, тут момент какой. Когда приватные политические интересы совпадают с интересами всего социума, всей социосистемы Украины, оно и неплохо, хай совпадает. Даже это лучше, чем отсутствие вообще защиты интересов. Как таковых. Или неспособность их понять и защищать даже в пятом... Как это? Пятым вопросом повестки дня.